Тебе ничего не надо знать о моей жизни, кроме того, что я был гений. Алексей Германович, согласны ли вы с тем, что ваш прыжок до сих пор считается самым высоким в мире? Да пошел ты. Я в суд подаю, сука! А мы пришли в училище, а он уже был знаменитостью. Потом нам довелось танцевать вместе. Хватит! Мама была права. Да, помню, что я жлоб. Займи денег. Better luck next time. Можете до шуток? Мне нет, я тебя уже однажды вытаскивал. Или ты забыл? Чтобы что-то сделать, нужно быть либо от рождения отчаянным, или чтобы обстоятельства стали отчаянными. С этим живут. Это не рак, ты не умрешь. Можно я тебя станцую? Это что такое сейчас? Это ты такси ловишь? Такси! Думай, что делаешь! Конечно, детский сад – это небольшой театр. Дура! Большой театр – это не детский сад! Вы не смеете! Пап, может быть, что-нибудь из стихов, чтобы как-то разрядить обстановку? Бодлер, цветы зла. Нет, только без драмы. Вы любите балет? А вы любите минет? Чего? Женись на мне. Что? Это я, кажется, делаю тебе предложение. А я откажусь. Я ему нужна, понимаешь? Это тебе он нужен, а ты ему не нужна, ему вообще никто не нужен, кроме себя любимого. Как бы я тебе заехал сейчас по твоей наглой, самодовольной роже. Хочешь вырезать? Не проблема. Я с тобой говорю только потому, что при всем остальном ты, в общем-то, способный. И чутье у тебя есть. Значит так, у меня все готово. Каждая нота, каждый шаг, каждое движение. Посмотри на меня. Вот он я, гений, который не оставит после себя ничего.